Итак, ребят, следующий бой, co-main event, как бы совершенно непонятно, да, почему, Джейсон Найт, Габриэль Бенитес, особенно учитывая их положение в рейтинге, потому что все-таки UFC как-то стараются рейтинговые бои наверх пропихнуть, но здесь такая ситуация, Джейсон Найт 15-й, Габриэль Бенитес вообще никакой в рейтинге, то есть его нет в топ-15. Ну и вот, сражаются они во втором по значимости бою вечера. Ну, по сути, как бы, Джейсон Найт, в принципе, боец весьма и весьма такой зрелищный. Наверное, здесь ставка именно на это стоит. То, что он показывал в UFC, то есть вот до поражения Рикардо Ламос, ну, как бы Ламос он тоже зрелищно проиграл, но в любом случае до поражения Ламос он просто показывал реально классные, зрелищные, волевые бои. Он, ну, такой еще весьма молодой боец, но просто из себя представляет такого жесткого танка, просто идет вперед, наносит удары, проводит тейкдауны. То есть, ну, вообще остановить его реально крайне сложно. Собственно, и соперники у него тоже, хочу заметить, были очень неплохие. Вот, ну, в крайнем бою вот оступился на Рикардо Ламосе, ну, который, к слову сказать, как бы является все-таки топовым бойцом этого дивизиона. А противостоять ему сейчас будет Габриэль Бенитес, который тренируется в AKA, то есть имеет достаточно хороших тренеров. В принципе, мне этот боец даже нравится. Но все-таки здесь я не особо у него вижу много шансов, да и последнее время он чередует победы с поражениями. В крайнем бою проиграл Энрике Барзоли, до этого выиграл Сэма Сицилию, ну как бы Сицилия, ну скажем, к топам не относится, мягко говоря. А до этого опять же проиграл нокаутом Андре Филе, что тоже не есть хорошо, вот. Ну и, конечно же, Джейсон Найт идет фаворитом, это совершенно предсказуемо. 1.32 на него коэффициент, 1.33 по париматчу. То есть здесь как бы никаких сюрпризов нет. Ну и как бы у меня все. Я считаю, здесь совершенно все по делу, по ставкам пока не знаю, стоит ли за 1.3 брать Найта. Но думаю, что все по делу. Да, коэффициент по делу, учитывая, что Найт был фаворитом же с Рикардо Ламосом, да? Ну, ровные кэфы были. Ну, тем более, ну, даже так, да, допустим, с Ламосом он по равным, ну, естественно, с Бенитесом он будет крупным фаворитом. Найт, я думаю, превосходит Бенитеса и в партере, в джиу-джитсу уж точно, вот, и в стойке тоже. Но единственное, что, конечно, это у Найта посредственная защита, вот. А Бенитес может сильно ударить. И это вот единственное, что может пойти не по плану у Найта. Вот. А так я думаю, что Найт должен побеждать здесь достаточно уверенно. Из его соперников это, ну, это Тацуи Каваджири, ну, я в смысле имею в виду из серьезных оппонентов его. Это вот Дэн Хукер, Ламос. Ну, Скелли, ну да, у него были неплохие бои, в принципе. Алерт тоже, если так подумать, неплохой, в принципе, боец. Вот, ну, он всегда показывает дух, пока не отключится, конечно. В смысле, если не отключится, как это было, например, с Рикардо Ламосом. У него хорошая стойка, очень такая неординарная. Он бьет почти всеми конечностями тела. Вот, бьет достаточно жестко. До последнего стоит там и так далее. Боец очень крутой, с отличным джиу-джитсу, с превосходным рабергардом. Вообще, ну просто гибкий и очень крутой боец. Я думаю, он должен здесь Бенитеса доколоснуть. Конечно, если не будет какого-нибудь конфуза в виде, ну, лаки-панча от Габриэля. Угу. Андрюх? Да, в принципе, что тут сказать еще. Лучше Найт, чем Бенитес практически во всем. Ну, кроме, может быть, чистого кикбоксинга в виде ударов ног.
на дистанции. Ну, я не думаю, что это сыграет какую-то прям решающую роль, потому что с очень хорошими кикбоксерами он встречался, типа Дэна Хукера, и это не доставило ему вообще никаких трудностей. В целом он является безусловным фаворитом здесь, и я бы сказал, одним из главных фаворитов вообще по этому карду. И если у кого-то есть желание пихнуть в пресс небольшой коэффициентик, то этот вариант однозначно следует рассмотреть. Ну, не могу ничего сказать против, согласен. Давайте перейдем к главному событию этого турнира. Это бой Каба Свонсона против Брайана Ортеги. Здесь уже достаточно интересный такой и со спортивной точки зрения бой, и с точки зрения ставок, с точки зрения коэффициентов. Ну, собственно, как бы что сказать изначально по Ортеге, не битый боец. Мистер Победа в третьем раунде после полностью проигранного боя. У него это уже было не один раз, постоянно проканывает. Но как бы справедливости ради стоит сказать, что как бы это далеко не слабый боец. Он тренируется в очень хорошем лагере, имеет хороших тренеров, подтягивает, как мне кажется, от боя к бою свою ударную технику. Прям вот это заметно, что она у него реально становится лучше со временем. Ну, что касается джиу-джитсу, здесь как бы к нему не подкопаться особо, да, потому что в джиу-джитсу очень и очень он силен, уже не раз доказывал это в своих боях. Собственно, пока что не имеет поражений. В UFC пришел в статусе чемпиона организации РФА, тоже, ну, как бы достаточно такая неплохая организация. Прошелся по весьма неплохим, опять же, бойцам, то есть Тиаго Таварес, Диего Брандао, Гуида, и в крайнем бою победил Рената Карнейра, также не битого до того момента. Вот. Ну и, собственно, сейчас у него уже будет тест еще жестче, еще опаснее боец Каб Свонсон. Ну, как Каб Свонсон, как бы сейчас тоже идет на очень хорошем стрике. 4 боя подряд он выиграл тоже. Причем достаточно, ну, таких неплохих бойцов. Артем Лобов, крайний, если что, как бы просто к слову. Вот, ну, самое, конечно, интересное, что было, это бой с Духучоем. Это просто невероятно классная заруба. И Свонсон себя просто с максимально лучших сторон показал. Ну, победив, в любом случае, как бы кто не видел, прям советую посмотреть. Вот. Ну а так, крайние его 2 поражения, это 14 и 15 год, Эдгар и Холлоуэй. Эдгар, по-моему, его там жестко засобитил, там вроде сломал ему челюсть, Там если я... доклад был. Это Да, Холлоуэй сломал челюсть. а, да-да-да. А, может, в обоих И случаях Эдгар вообще. сломал. Да, в обоих случаях. Ну вот, да. То есть, как бы там было жестко. Я помню. Я помню концовки, я помню то, что это было реально жестко. Вот. Но в любом случае, как бы Ортега это не Эдгар, да, это не Холлоуэй. Это все-таки, как мне кажется, на данном этапе карьеры, ну, намного ниже уровнем боец. И, ну, по сути, как бы вот реальные коэффициенты здесь тоже достаточно, как бы, такие равные. На Вильям Хилле вот 1,9, допустим, на каждого из бойцов. Я чисто как бы от души притоплю за Артегу. Ну, реально, нравится этот боец. Я и в прошлом бою за него притапливал. Повторюсь, парень молодой, парень растет. По джиу-джитсу вопросов нет. Стоечку подтягивает. Собственно, как бы вот так. Что думаете? Я чисто от души притоплю за Свонсона, Ага. потому что не очень люблю бойцов такого плана, как Ортега, которые, ну, скажем так, немножко слишком везучие, которых начинают превозносить сразу там в ебических проспектах, претендентах на титул и так и все такое, как было со многими другими. В общем и целом, если судить непредвзято, очень хороший партер у него, прекрасное джиу-джитсу.
причем как в защите, так и в атаке. Здесь к нему никаких вопросов, в этом он очень и очень хорош. Стойку он подтягивает и, в принципе, достаточно уже неплохо боксирует. С маяка он показал себя достаточно неплохо и бросал очень результативные двоечки. В общем и целом, конечно, я думаю, что Свонсон будет получше него в стойке, потому что, являясь базовым ударником, он перебивал уже очень и очень многих парней и проигрывал в стойке только самым лучшим. И я сомневаюсь, что у Артеги будет здесь реально какой-то шанс вывести бой, ну, до сплита хотя бы или до победы с незначительным перевесом в свою пользу. Что касается партера, то в этом плане Артега достаточно плох, у него очень низкий процент успешных тейкдаунов, и я не думаю, что у него будут получаться все тейкдауны, как это было, например, с Эдгаром. Поэтому все-таки я здесь предпочту Свонсона, потому что у него стилистически есть определенное преимущество в стойке, и думаю, от партера он сможет достаточно эффективно защищаться. Единственное, если он сдохнет в третьем раунде и сам попытается провести тейкдаун, то мы все знаем, чем это закончится. Ну да, тут как бы сценарий уже давно написан и отыгранный Артегой не раз, Можете, кстати, прямо рассмотреть скажем. такую ставку, как Артега в третьем раунде. Артега сабмишн в третьем раунде, да, надо Вот даже искать. можно так, у нас. Не обязательно, Гуидо по нокауту летел. Ну, кстати, да. Ну, вообще, как бы, в принципе, конечно, да, Андрюх, ну, вот по поводу того, что там, да, везение, невезение, мне, кстати, в личку много пишут, типа, ну, что за кого притапливаешь, я говорю, Артега, мне говорят, да ему просто везло, ему постоянно везло, как бы, я, если честно, везение, невезение особо, в принципе, не верю, в любом случае, победы, это, как бы, плод огромного труда, ну, в данном случае, труда Артеги, поэтому, как бы, я бы не сказал, что прям такой вот супер везучий выходит, вот ему повезло, он выиграл. Но это в Ну, любом случае на от самом него деле я же не зависит. это хотел сказать. Я дальше уточнил по поводу его навыков. Я нисколько не преуменьшаю его заслуги. Я говорил исключительно о том, что в каких-то элементах он однозначно уступал своим соперникам и бой определенно не вел. Но в итоге побеждал. Конечно, это его заслуга и заслуга того, что у него блестящие навыки джиу-джитсу. Да, согласен. Сень, что думаешь? Я думаю, Артега. И потому что, Вот это во-первых, по-нашему, Сень. ну, Свонсон отличный ударник, у него превосходный бокс. У него есть проблемы с дальней дистанцией. Это показывал в свое время Хакран Диас еще. Вот. Потому что Кап он любит все-таки на средней и ближней дистанции побиться. Не, естественно, если он класса намного выше, он и на дальней делает результаты, но все-таки вот его стезя это контратаки на средней дистанции, это вот оверхенды, это так, он зрелищный боец, очень крутой. А Брайан Ортега все-таки любит на дальней дистанции работать, и удары у него очень сильные. Это может подтвердить Рената Манекяна, у которого было в конце третьего раунда все лицо покрыто маленькими сечками, кровью, разбитым носом, это, ну, все остальное. То есть, с одной стороны, Артега меньше ударов, чем Майкану нанес, да? Но урона, который был на лице у Майкана, то есть ему было трудно дышать, ну, то есть вообще, в принципе, урон у него был на лице написан, как бы, кулаками Артеги. Вот. А Кап Свонсон, он хорош, в принципе, во всем. А Артега, я думаю, будет лучше него только в джиу-джитсу. Вот. Но именно если, как я представляю свой бой, ну, свой бой, блядь, представляю этот бой, то, что Артега будет работать на дальней дистанции, Свонсон будет пытаться его контратаковать, Артега будет наносить ему достаточно плотные попадания, которые Кап Свонсон на самом деле сам любит привести бой в партер. И это, я думаю, с ним может сыграть такую интересную игру. Давай сыграем в игру, говорится. Ну, вот. Я думаю, что в принципе, как показал дебют Артеги, ему и переводить не всегда надо. Ему надо просто за спину залезть по сопернику. Вот. Ну, это так уже прикольно. Ну, вообще, я думаю, что Артега будет лучше смотреться на дальней дистанции. Я не исключаю того, что тот или иной боец может улететь нокаут. Вот.
Ну, Кап все-таки, я думаю, будет уступать по силе удара. Не знаю, я думаю так. Вот, все-таки вот именно те вот времена, когда Кап жестко бил, это, мне кажется, немного уже прошли эти времена. Надо у Чоя спросить, прошли или нет. Ну, Чо это как бы... Здравствуйте. Вот. Я думаю, что на дальней дистанции будет преимущество иметь Артега, и в джиу-джитсу будет значительное преимущество Артега иметь. Но я думаю, что Свонсон должен быть фаворитом большим, чем он сейчас является. Потому что если просто представлять бой, то фаворит здесь однозначно Свонсон. И я думаю, он должен иметь цифру где-то в районе 1,7-1,6. Ну, нет, наверное, 1,7 все-таки. Вот, но я думаю, что Артега победит в этом бою. Ну, ты знаешь, что достаточно спорный вопрос насчет дальней дистанции, потому что Свонсон не любит работать на этой дистанции ввиду того, что он не слишком высокого роста боец. И часто ему приходится работать с теми, кто гораздо выше него. Но вместе с этим у него никогда не возникает трудностей, чтобы сократить дистанцию и навязать ближний бой. Ну вот, возвращаясь к тому же бою с Чоем, он, несмотря на то, что на две головы выше, как ударник, чем Артега, и на дальней дистанции работает просто великолепно. Тем не менее, Свонсон без особых проблем рвал дистанцию и навязывал ему рубку на ближний. Не, это да, но это вопросы уже как бы к Чою, потому что он не умеет эти вещи контролировать. Ну вот я думаю, то, что у Артеги не слишком лучше будет получаться контролировать такие вещи. Ну я думаю, к этому можно привести конкретный пример. Это вот бой с Клеем Гуидой, который тоже любит рубиться на ближней дистанции, и который делал это в бою с Артегой, и которого это получалось, но... Кстати, Артега, я думаю, еще в бойцовской хитрости будет такой иметь превосходство, потому что Кап Свонсон зачастую он может себе позволить, так знаете, расслабиться в бою, там, покривляться, что-нибудь там и так далее. Ну, он кривляется, когда у него все получается. Когда у него не получается, как, например, с Холловым, он ничего не делает. Если там соперник уже шатается, как говно в проруби, то да, он кривляется. А так я не думаю, что он подставит себя в заведомо невыгодное положение. Плюс защита у Каба Свонсона тоже, ну, лучше, я думаю, чем у Артеги, но все же не на самом хорошем уровне, поэтому... Нет, на хорошем уровне, просто я думаю, этого может не хватить, чтобы избежать за 5 или 3 раунда, ну, каких-то таких, то есть, там, разбитого носа или чего-то еще. Но, естественно, я думаю, что Каб Свонсон должен быть фаворитом, абсолютно, потому что он уже показывал и свой дух, и все остальное, Артега тоже, конечно, но... Артега все-таки, с одной стороны, сыроват, вот, и по скорости, и по навыкам все-таки будет лучше, конечно, Свонсон. Ну, по навыкам в стойке, я имею в виду. Вот, но именно вот в связи, то есть, я представляю так, что, например, Артега, это нанесет какие-то увечья, возможно, может, даже потрясет Каба Свонсона, возможно. Вот, и Кап Свонсон решит его перевести в партер, и там бой закончится. А братан, возможно... да. Кого, вот я вот не могу понять, вот вообще на каком основании ты делаешь вывод, что там Артега начал сильно бить, или вдруг он кого-то там потрясет, то кого он вообще потрясал, кроме Гуиды, коленом в рубке? Майкана потрясал. Не потрясал Майкана. Но ему там было вкусно, Майкана. Не, ему было вкусно, у него было разбито лицо, но тем не менее он не был близок к нокдауну вообще ни разу. Не, он не был близок к нокдауну, но он нахавался и двоечек настолько, что он сам уже пытался перевести бой. Просто тут ситуация такая, у Свонсона были прям явные панчеры, от которых он пропускал чистые удары, тот же Стивенс, тот же Чой. Но и... это и может сыграть плохую шутку. Вот. Да, но он не был потрясен в тех боях, он был потрясен в бою с Холловым, когда просто нахавался ударов и пошел в партер. Ну... Все мы знаем то, что Холловей это, ну, парень достаточно неплох в стойке, и тот же Жозе Альдо может подтвердить целых два раза. Так что... Карьера у Каба была бы длинная, я про это говорю, что... Не, карьера была длинная, но он не подает никаких тревожных звоночков, как, например, Санчес или как Гейти, который шатался и был близок к нокауту. Он, в принципе, еще достаточно неплохо держит, я считаю. Это да, но я все-таки думаю, что именно дальняя дистанция и партер сделают Барен Артегу победы. Партер вполне возможно, но я не думаю, что он какие-то сможет дивиденды вывести именно в стойке, потому что для того, чтобы потрясти Свонса, надо иметь над ним определенное преимущество в течение всех раундов. Ну, достаточно просто сделать так, чтобы Артеге, чтобы Свонсону было некомфортно в стойке, и чтобы он
подумал, что в партере у него будет преимущество. Ну, ты знаешь, это такая ситуация. Кто его смог поставить в такое положение, чтобы он почувствовал себя реально некомфортно? Ну, только Холловей и все. Хотя у него Хакран были... Диас. Кто? Хакран Диас. Ну, Хакран Диас пизды получал. И, Да нет, он если выигрывал, честно... да, он выигрывал бой до нокдауна. Он выигрывал бой до второго раунда, а потом он пизды получал. Он перестреливал на дальней дистанции Свонсона, и Свонсон не знал вообще, с какой стороны к нему подойти. Да он вообще ничего не делал в первом раунде. Он тупо стоял и все. А потом он вдруг включился и начал его месить. Непонятно почему. Не-не, он там попал, он, по-моему, передним хайкиком. Хакран сел, и потом уже, да, он выиграл бой. Тут такая ситуация просто. Реально, вот именно где он чувствовал бы себя вообще некомфортно, где бы его избивали, это два боя было с Фрэнк Эдгаром и с Максом Холловым. Ну, с Эдгаром там немножко другая ситуация. Его там заставили Ну там, немножко да. понервничать в партере. Ну, а стойка, ну, от Холловой, да, вот он определенно разбил лицо Кабу Свонсону. Ну, а больше мне и вспомнить-то некого. Ну, Каба Свонсона открывали вот за 1,6, вот 1,66. Вот это, я думаю, по делу коэффициент, но не 1,9 на самом деле. Но это Ну был так, все равно. если ты считаешь, что на Свонсона должен быть пониже коэффициент, почему бы, допустим, не рассмотреть ставку на него? Потому что я думаю, что Артег победит. А почему ты думаешь, что Ортега победит, если Свонсон фаворит? Понял тебя. Если ты выделяешь Свонсона фаворитом, конкретно в этом бою, но почему-то даешь предпочтение Ортеге? Ну это как вот, например, Альварес и Гейдж, да, то есть на бумаге как бы Гейдж имеет жесткий удар, а Альварес имеет пробитую кукушку, поэтому Гейдж должен быть фаворитом, а по факту получилось вот так вот. Ну, здесь-то у нас немножко другая ситуация. У нас здесь нет таких непредвиденных Ну обстоятельств. Свонсон имеет лучшую технику в стойке. Неплохую защиту от тейкдаунов. Ну, то есть ты предполагаешь, что вдруг Ортега может оказаться лучше в стойке? Я думаю, что он может оказаться лучше на дальней дистанции. Ну, Стойки ладно, в нет. принципе, я думаю, мы слишком много времени уделили этому бою. Осталось только со ставками разобраться. Да, Что да, думаете, да. пацаны? Ну, здесь как бы, Андрюх, здесь же более-менее равные коэффициенты. Поэтому, как бы, ну, кто за кого притапливает, собственно, тот Ну, на того в может принципе, да, поставить. я думаю, здесь и так все понятно, как бы кто к кому склоняется. Я думаю, то, ну, заранее, если говорить то, что ставку такую мы давать не будем, может быть, дадим Артегу в третьем раунде чисто по фану, так там коэффициент будет запредельный, и мало ли, чем черт не шутит. Там что-то 9 с чем-то, по-моему. Ну да, что-то такое. Ну, сам понимаешь, как бы можно там Да, немножко Артега в лудануть. третьем раунде по букмекерской конторе Parimatch 9,5 на данный момент. Там должно быть 1,5. Вот, ну, как бы в принципе, да. Я, может быть, еще посмотрю Артега болевым или удушающим. Мне как бы вот чисто как Нострадамусу, как бы от ММА, да, мне видится все-таки победа Артеги удушающим приемом. Ну да, он в джиу-джитсу, я думаю, Вот, будет лучше. ну, как бы это все, конечно, вилами по воде, посмотрим, что будет по бою. Вот, ну а на сегодня у нас, наверное, все, да? Да. Да, я что хочу сказать, друзья, кто еще не подписан на наш канал, не подписан на наш паблик, обязательно переходите, подписывайтесь, как бы все круто, все интересно. Пишите комментарии, мы почитаем, ответим. Выложим свои бесплатные ставки непосредственно перед турниром. Также будут самые уверенные, самые крутые ставки в VIP-группе. Ну, в принципе, это вся, наверное, информация. Да, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ждите там ставок. Пишите мнение в комментарии под на Ютубе. Пишите мнение в комментариях. Ну, желательно на Ютубе. Но можете и в ВК написать. Вот. Всем спасибо. До... Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.